Обладателем золотого диска 98 стала группа Magic Sickness. Гитарист группы Magic Ефим Александров признан лучшим гитаристом 98 года. Так, сегодня у нас самообслуживание. Могли бы и спросить. Мадемуазель, боялся понравиться. Руки убери. Вакуумноголовый. Вы же Ефим из группы Magic? К сожалению, да. Я представляю интересы моего начальника Романа Юрьевича. Он обращается к вам с предложением давать ему уроки игры на гитаре. Учитывая ваше шаткое положение на данный момент, 12 тысяч долларов в месяц. Будете записывать ваши уроки на эту камеру. Бред какой-то. Но весьма прибыльный. Это да. Подробно показывайте движение ваших пальцев. Просьба играть медленно. Не опишите по линцам. Ты достал меня, нахуй! О, братишка, Роман Юрьевич, где, а? Я Роман Юрьевич. Ты? Твоя сумка от Gucci и кроссовки от Nike. Через полгода у нас вручение аттестатов. Летом ездила в Лондон. Я собираюсь выступить с песней для нее. Она без ума от вашей группы Magic. И она будет моей женой. Только она пока об этом не знает. Ночью мешает сказать ей. А так непонятно? Это все не важно. Ты парень симпатичный. Подошел к ней, пошутил, что-нибудь дернул. Без вас, к сожалению, не получится. Медленнее делай. Да не так, другой палец. Дайте мне вина. Какого черта я вообще на этом подписался? У меня ничего не получается. Ладно, давай, поехали. Иди, сейчас кое-что покажу. Стой, обернись. Огонь! Талантливый человек, и ты ко мне привел. Тоже музыкант? А то! Стой, просто допусти. Я ведь благодаря тебе поверил в то, что почти похоронил. Захочешь ли ты пойти со мной? Что ты скажешь о дуэте? Организуем сюрприз. Да, Ефим, буду с вами откровенен. Мне не нравится ваша музыка. Чё?